Добрый день, дорогие друзья. Ну, вот еще порадовал Кисловодск новой развилкой на привокзальной площади. Честно говоря, я просто в шоке. Я понимаю все, но вот вы мне скажите, такая вот узкая дорога, то есть поменялось движение. Получается, там две развилки, остановка и один. И вот такой вот узкий проезд. Вот такой вот узкий проезд. Там, где идет транспорт с улицы. А теперь на секундочку представим, если кто-то сломается, да, вот, на вот этом ограниченном участке. Ну что получится? Вот я говорю о том, чтобы подумать, продумать. Не как сейчас в голову торкнуло одному человеку, и он там у себя в кабинете рисует какие-то схемки, какие-то картинки ему приносят так называемые архитекторы, да? Ну, вот посмотрите, просто с практической точки зрения. Такое можно было делать? Вот что в голове творится у этих людей, которые вот такие вот выдумывают формулы формирования городской среды. Мне кажется, там очень-очень не очень хорошо.